продолжить. Я не боюсь. Так, что-то надо вспомнить, где я что тут был. Ты дверь не умеешь открывать, ты тупой. Ты можешь только долбиться. Кто это у тебя сзади? Да хорош ты, дебил что ли? Я не шучу, справа, а не слева. Ты идиот что ли? Чё ты несешь? Блин. Ладно, туда не надо идти. Смотрите, это все на видео. Потом, если я выживу, вы увидите, через что я прошел ради того, чтобы вести эту съемку. О, нет. Давайте сюда не будем заходить. Тут даже спрятаться-то негде. Закрыто. What the fuck? Батарейка. Срочно. Быстро. Что, где, что происходит? Помогите, пожалуйста. На что я подписался? О чем я думал? Пожалуйста, отлично. Нет, нет, держись, братан. Камера, камера. Опа. Только, пожалуйста, не новая миссия. Найди свою камеру. Чтобы ориентироваться в темноте, необходима камера. Новая цель. Где моя камера? Where is my camera? What the fuck? Пацан, друг, помоги. О, тебе самому надо помочь. Ладно. Да ты можешь успокоиться, все нормально. Чё ты дышишь-то как тёлка? Блять. Ширный уёбок. Открываем дверь. Блять. Пацаны, пойдемте развлекаться. Чё вы как унылые какашки-то? Ты не видел отца, которого я уже ищу пол жизни своей? А? 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 О, пацаны, охраняйте тут. Парни, я прохожу или мне тоже раздеться надо? Блять, они тут своего Иисуса... Бля, это же тот отец. Так, ну вы тут, походу, у вас тут своя секта какая-то, ребята. Я желаю вам удачи развиваться, но я не с вами. О, а голые-то закрыли тут все. Я же не хочу быть частью вашей секты, зачем? О, сейчас бы сжечь типа. Ладно, снимем это на видео, блядь. 70% людей сделало бы то же самое на моем месте. Все, ребята, вы видите. Надо тоже поднять руки. Отлично, ребята. Отличная работа. Закрывайте свою лавку, пошли дальше. А, парни, все, можно идти, да? Спасибо вам. В принципе, впечатления у меня довольно-таки положительные от вот этого, да? Желаю вам удачи, счастья, здоровья, развивайте свою секту. Ну, что еще вам пожелать? Ну, как бы, блядь, оденьтесь, блядь, хотя бы. А, ну и вот, собственно. А, я понял, мы в ад спускаемся сразу. Блин, музыка, музыка, сука. Найдите другой выход. Найдите другой выход. Сейчас начнется, походу. Будем заходить во все места, снимать это все, потому что, ну, это безобразие, смотрите. Как же я хочу на нормальную улицу. Ну, вы поняли. Блять. Ой, бля. Это неправда, это неправда. Или правда? Нихера себе. Давай, 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 где ты? Давай, полетели. Она за мной идет! Блять! Да что за дерьмо-то? Нормально, нормально. Эта херня жестче толстого, она его вообще не чувствует. Я испытываю какие-то моральные траблы. Убей Билли, уничтожь его, то, что сохранит ему жизнь, его анестезию, исправь мою ошибку. Чё за Билли вообще, что происходит? Я не знаю, куда идти. Ой-ой-ой-ой-ой, эта херня вообще жесткая. Я, грузин, веду съемку. Сейчас на моих часах 1:06. Какое сегодня число? 26 июня 2016 года. Если вы найдете эту запись, то, скорее всего, меня нет в живых, но вы можете исправить все это. Пожалуйста, исправьте эти все траблы. Все, до свидания, я умирать. Только не говорите мне, что это Билли. Я надеюсь, что это не Билли. Он долбится сюда, бля! Все, можно смыться в унитаз. Короче, ребята, мне надо поссать.
Поссать, это никак не связано с игрой, просто поссать, и я сейчас вернусь. Обоссался. О, мне что, туда наверх лезть? Вы прикалываетесь? Блин, как же страшно-то эта музыка, сана. Ой-ой-ой-ой, вот она за мной, блин! Блин, мне сейчас реально страшно, это вообще не смешно, ребята. Может, мне влево надо бежать? Ой, блядь! Я понял, влево никогда не надо бежать. Никогда не бегите влево. Походу, это реально, эта херня, это Билли и есть. Это инфа сотка, что это Билли, по ходу дела, ребята. Это херня где-то здесь. О, понятно, все. Билли! Билли, отстань! Если бы мои мурашки можно было увидеть через вебку, вы бы сейчас охерели, какие они здоровые, блядь. Может, здесь что-то надо сделать? Я уже не знаю. Вот же, общая херь. Да ты охерела, дерьмо. Зачем меня швырять так? Блин, меня как говно летают туда-сюда. Да как я, умираю, что ли? Как же он орёт-то, а, естественно, прям. Уходите. О, походу, реально эта херь во мне. Я вообще не вывожу коляску. Блин, я, если так буду идти, я хз, когда дойду. То есть я вообще не уйду, походу. О! Люди, помогите, я добрый, я блять, вы долбоёбы, люди. Серьезно, блять? Интересно, чем закончится? По-любому я сдохну, блять. Я умер просто. Короче, прикол в чем? Я журналист простой, то есть я залез в это все говно. В итоге эта херня тупо вселилась в меня. И в тот момент уже, когда казалось бы конец, я уже должен уйти отсюда. Меня расстреливают, блядь. Ну это жизнь. Спасибо всем за просмотр. Залетаем на стримы. Все ссылочки в описании. До скорых встреч. Спасибо.